Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, какие у нас озорные пузырьки за 199 рублей. Вот летом бы такое. И бегемотик. Смотрите, какая сова. Что у нас еще здесь есть? Собачка. Вот так. И еще сова. Залейте мыльный раствор в специальный отсек. Нажмите на кнопку. Пузырьки весело разлетаются и радуют детей и взрослых. Термометр цифровой кухонный для измерения кулинарных блюд. Я так думаю, не только для кулинарных. Мне кажется, можно измерять мясо. И также можно измерить температуру воды в детской ванночке. И не только в детской. Так что очень нужная и полезная вещь. Вот здесь такая иголка. А вот сколько он стоит... Я не знаю, он висит здесь один, одинешенек. Интересная вещь, нужная. У нас появились коврики с новым рисунком. Такой космический рисунок с космонавтом. И с ракетой. Раньше были преимущественно для девочек, а сейчас и для мальчиков. Очень красивые, яркие коврики. За 199. 6 элементов, 29 на 29. От 3 лет. А также у нас появились формы для салата за 55 рублей. Треугольные. До этого были круглые и квадратные. А сейчас треугольные. Шарфы, травка, хомут, разные расцветки, есть бордовые, синие, бежевые. Стоимость таких шарфиков 199 рублей. Шарф, хомут. Ключницы. Размер 225 на 140 миллиметров. Материал картон, дерево, фанера, фурнитура. И посмотрим, какие есть. Вот такая. Стоимость такой ключницы 99 рублей. Набор инструментов. И отверточки есть, и нож. Отвертки разные. Всего 10 предметов за 51 рубль. Набор инструментов для точной механики. Тоже различные отверточки. Маленького размера. И лупа. Отвертки 6 штук. Увеличительное стекло 1 штука. За 55 рублей. Выдвижной нож. За 55 рублей. И отверток. Огромное количество различных. А это набор бит и торцевых головок с рукояткой, трещоткой. Я не знаю, что это такое, но вот с трещоткой. За 199. И набор хомутов. Это я приблизительно знаю, что. Так что вот. За 51 домашнюю обувь. Так. Сделаны как будто бы из вельвета.
Подошва неплохая. Разный вельвет. И крупные, и мелкие. А внутри они вот такая вот шубка. Мягкие-мягкие. У нас две расцветки. Простите, еще есть. И вот такие вот шубка-шубка. И внутри шубка, и снаружи шубка. Стоимость таких тапочек 199 рублей. Не надо же. Симпатично. И вот такие мужские под джинсу. Тоже неплохие. 199 рублей. Будильники за 99. Опять привезли ледоступы для обуви. Легко и просто надевать. Но любую обувь прочно держится на ноге. И размеры разные. Здесь есть L, S. 99 рублей. У нас появились чипсы нори из обжаренной морской водоросли. Нужно взять, попробовать 2,5 килограмма. 2,5 грамма, 25,50. Еще лунный сыр со вкусом аджики. Сыр плавленый, хрустящий. 50 грамм, 55 рублей. Появилась свинина тушеная, 525 грамм, 99 рублей. Состав. И мясо индейки в собственном соку. 97,4 мясо птицы. 525 грамм. И состав. 99 рублей. Говядина тушеная. 99 рублей. Люкс 525 грамм. 99 рублей. Тунец. Натуральный, азбука моря, 245 грамм, 77 рублей. Вот такой я сейчас возьму. И джем появился, я давно его искала, клубничный, 55 рублей, 500 грамм. Про джем вишневый девчонки сказали, что он кислый, много кислого там. А этот вот не знаю, тоже возьму сейчас и попробую. Фрикадельки в бульоне Старкова, 250 грамм, 27,50. В состав входят фрикадельки мясные. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our
Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Stories will still be told. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.